нежным трепетом я склонюсь пред тобой, и услышу я полный любви голос твой. И не надо мне славы людской и гор золотых, и не стану я счастья искать на дорогах земных. Все сокровища мира сокрыты в тебе, мой Иисус. Я прославить тебя своей жизнью стремлю. Что мне надо, просто знать, что я тобой любима, все, что мне не обидно.
наш Господь, и Ты не оставишь и не покинешь, потому что Ты обещал это. Слава Тебе, Бог наш, аллилуйя. Слава, хвала Тебе, Господь, пусть никогда не прекратится и не умолкнет в наших сердцах. Никогда не умолкнет в церкви Твоей, Господь. Великая хвала и слава, Господь, хвала Иисус, Господь. Который помиловал тебя, который избавил тебя, спас тебя. Аллилуйя! За милость твою ко мне, спасибо тебе, мой Бог. За жертву твою на кресте, спасибо тебе, Иисус. За свет твоей вечной любви, спасибо тебе, мой Бог. За силу пролитой крови, спасибо тебе, спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. За милость твою ко мне, спасибо тебе, мой Бог. За жертву твою на кресте, спасибо тебе, Иисус. За свет твоей вечной любви, спасибо тебе, мой Бог. За силу пролитой крови, спасибо. Драгоценный нелей, Ты не слил на спасенных детей своим духом. Все, да понизится перед Тобой, вечно святый и вечно живой, напоивший нас чистой водой своим словом. Все, да наполнится славой Твоей, из небес драгоценный елей, Ты излил на спасенных детей своим духом. Все, да понизится перед Тобой, вечно святый и вечно живой, напоивший нас чистой водой своим словом. За милость Твою ко мне, спасибо Тебе, мой Бог. За жертву Твою на кресте, спасибо Тебе, Иисус. За свет Твоей вечной любви, спасибо Тебе, мой Бог. За силу пролитой крови, спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, мой Бог. Вечно святый, вечно живой,
напоишь и нас чистой водой своим словом. Я наполнится славой Твоей, из небес драгоценный елей. И Ты излил, Господь, Своего Духа Святого, тот Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Ты излил на Своих детей, Господь. Пусть славой Твоей наполнится Твой дом, Твоя церковь. Пусть наполнится славой Твоей и силой Духа Твоего. Все, да наполнится славой Твоей, из небес драгоценный елей. Ты излил на спасенных детей Своим Духом. Все, да понизится перед Тобой вечно святый и вечно живой. Напоивши нас чистой водой Своим словом. Все, пусть наполнится славой Твоей, великий, сильный, святый, могучий Бог. Твое так высоко, я тебя постигнуть не могу. Если б дали крылья мне зари и перенесли бы за моря, но и там рука твоя со мной, но и там поддержишь ты меня. И тьма не затмит тебя. Ночь как день светла. Отец, я твое дитя. Мой Бог, ты ко мне одна. Куда пойду? Куда пойду от Духа Твоего? И от Тебя куда я убегу? Видение Твое так высоко, я Тебя постигнуть не могу. Если б дали крылья мне зари и перенесли бы за моря, но и там рука Твоя со мной, но и там поддержишь Ты меня. И тьма не затмит Тебя. Ночь как день светла. Мой Бог, ты ко мне так благ.
Вознесено имя Бога моего. Всякое колено да поклонится, всякое колено да преклонится перед именем Бога Всевышнего, перед именем Иисуса Христа, перед именем Агнца Закланного. За каждого человека, за каждую душу кровь была пролита. Всякое колено да преклонится, всякие уста да исполнится.
Отец, я твое дитя, мой Бог. Мой Бог, ты ко мне такой. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, покоится. Под кровом Всевышнего мы дети твои. И мы благодарны тебе, Господь, что ты принял нас под свой покров. Мы в безопасности, и мы в любви твоей, Господь. И нам хорошо с тобой, Иисус. Отец, я твое дитя, мой Бог, ты ко мне так благ. Отец, я твое дитя, мой Бог.
Сегодня я хочу вместе с вами открыть Евангелие от Матфея, 5 главу, и мы вместе почитаем 41 стих. Мы знаем, что 5 глава начинается со слов, что когда Иисус увидел народ, Он взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, открыв уста Свои, учил их, говоря. И Иисус тогда, много лет назад, произнес Свою первую проповедь, которая вошла в историю под названием «Нагорная проповедь Господа нашего Иисуса Христа». И вот в 5 главе, в 41 стихе он говорит такую мысль. Он говорит следующее. «Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Немного старый русский язык, который мы не так часто используем сегодня в современном нашем мире, но я попытаюсь передать, о чем говорит Иисус нашим современным языком. Он сказал вот такую мысль. Кто заставит, принудит, то есть заставит, тебе нужно это сделать, тебя заставили это сделать. Кто заставит тебя идти одно поприще? Поприще – это слово, описывающее дистанцию в одну римскую милю, где-то приблизительно 1,5 километра, ну, километры и больше, да? И я бы сказал так, кто заставит тебя идти 1 километр? То есть тебе нужно пройти 1 километр. И, может быть, пройти в то время года, когда не очень хорошо идти, где, ну, очень много снега, как, значит, это, значит, у нас, значит, сейчас, где скользко, и тебе не хотелось бы идти еще 1 километр, тем более, и холодно, морозно, и ветер противный, но тебе нужно пройти 1 километр. По каким-то причинам тебе нужно пройти этот километр, и ты идешь. Идешь, считая, оглядываясь вокруг, понимая, что еще немного, и ты дойдешь до конца, и все, как только ты пересечешь черту 1 километра, ты все, свободен. Тебе больше не нужно ничего делать, ты сделал то, что ты должен был сделать. Иисус говорит так, кто заставит тебя идти 1 километр, иди с ним 2. То есть, переступив черту окончания 1 километра, того, что ты должен был сделать и что ожидали от тебя другие люди, продолжай идти дальше, иди и не останавливайся. Иди 2 километр, иди 2 километра. Тема моей сегодняшней проповеди – благословение 2 километра. Я хотел бы вместе с вами перенести Старый Завет. И в Старом Завете мы найдем удивительную историю, связанную с одной семьей. В Библии написано, что было 2 брата-близнеца – Иаков и Исав. И мы знаем эту историю, потому что это были прародители или отцы целой нации, израильской нации.
Мы знаем, что Исав был очень искусным звероловом и много времени проводил на поле, и он достигал совершенства в том, чтобы убивать зверей. Он знал, как это делать, он знал, как готовить дичь, и он был хорошим охотником. Иаков был совершенно другим человеком, больше времени проводил дома, возле матери своей. Но вот однажды пришел момент, когда его брат Исав с поля, придя домой, был очень голодным и уставшим. И он попросил что-нибудь поесть, а Иаков, воспользовавшись этим моментом, в ответ предложил ему сделку. И он сказал: «Хорошо, отдай мне свое первородство». Интересно, что слово «первородство» означает большую часть благословения. Означает, что что-то то, что ты сегодня, сейчас, видимо, материально не получаешь, но что имеет отношение к твоей жизни и к твоему будущему, и к поколению. Исав говорит: что мне с этого первородства? Забирай, пожалуйста. И в ответ на это Иаков предложил ему чечевичную похлебку. Исав таким образом продал за чечевичную похлебку свое первородство. Просто вот так вот, легко, не задумываясь о том, что будет завтра и что будет вообще потом, зачем мне, я голоден, я кушать хочу сейчас. «Я умираю!» – кричал он тогда. «Я умираю!» Какой вздор! Разве умирал он, и разве умирающий человек мог бы так кричать? Но Исав сильно хотел есть и просто всячески выражал это и продал свое первородство. После этого мы знаем, что Иакову пришлось убежать, потому что Исав возненавидел его, и он боялся мести своего брата и убежал. Таким образом, он прибыл в какую-то дальнюю страну и вот увидел поле, и посреди этого поля был камень. Как позже он увидел, что возле этого или под этим камнем был колодец, и устье этого колодца закрывалось камнем. И какие-то люди находились, и было много овец, было много разных животных вокруг. Иаков подошел и стал спрашивать, откуда эти люди, и узнал, что они из Харана. Иаков знал, что его дядя по имени Лаван живет в Харане, и он тут же спросил: жив ли мой дядя, здравствует ли он или нет. Они сказали: да, вот дочь его, Рахиль, идет, ведет своих овец, она пасет тоже стада, вот она идет. Когда он увидел эту девицу, в нем все взыграло. Она была красивая, она была прекрасна внешне. Он потянулся к ней, поцеловал ее, и она тут же устроила встречу с отцом. А отец сказал, выслушав его, что ты в действительности наш родственник, мы понимаем, признаем. Оставайся у меня, побудь здесь. Я дам тебе, где переночевать, я дам тебе, что поесть. И в Библии написано, что в течение одного месяца, 30 дней, Иаков служил, просто работал. Работал ни за какие деньги, никакие там воздаяния не требовал и не просил. Он просто трудился. А тогда, когда он увидел Рахиль, и там были другие люди, он взял этот тяжелый большой камень, он просто отвалил его оттуда. И все эти животные, люди, они пили просто воду из того колодца. Через месяц у них состоялся разговор с Лаваном. И Лаван говорит: слушай, ну, может быть, тебе что-то дать? Ты работаешь целый месяц у меня. Ты же мой родственник. Я готов заплатить тебе. Иаков говорит: нет, знаешь что? Твоя дочь, Рахиль, очень полюбилась мне. Я хотел бы жениться на ней. Если позволишь, я буду работать еще 7 лет за нее. Это сказал не Лаван, это сказал Иаков. Обратите, значит, ваше, значит, внимание на то, что это он сказал, его идея была. И Лаван говорит: ну хорошо, работай. По истечении этого срока, когда был день свадьбы, не знаю почему, может быть, света у них тогда не было или огня не было, но... Или, может быть, такой обычай был, что покрывали невест. Но когда все отгремели музыки и все пиршества, и наступил вечер,
И он пошел в свой шатер вместе со своей женой уже, невестой, женой. На утро проснулся, он вдруг обнаружил, что это, оказывается, не Рахиль, а другая женщина. Это старшая, которую звали Лия. И когда он пришел с этим вопросом к своему тестю, к отцу, он говорит, как это так? А у отца было две дочери, старшая и младшая. Почему это Лия, а не Рахиль? Отец сказал, слушай, ну у нас такой обычай. Сначала мы отдаем старшую, а потом младшую. Побудь неделю с Лией, а через неделю я тебе отдам Рахиль. И поработай у меня еще 7 лет за Рахиль, и будет твоя. Интересно, что Иаков совершенно не смутился. Он тут же сказал, хорошо, пойдет, договорились. Таким образом, Иаков еще 7 лет работал, служил. Ничего другого не делал, кроме как просто служил, и все. Но теперь у него две жены, Лия и Рахиль. Когда прошло 14 лет, Иаков стал подумывать о том, что ему бы вернуться, наверное, к своей семье. Но у него теперь две жены, у него, и также есть очень много детей. И он начал переговоры свои с тестем, значит, о том, чтобы тесть каким-то образом как-то отпустил его, чем-то наградил его. И спрашивал, что бы ты дал мне? Может быть, я вот это взял бы, может быть, вот это. Вот мои жены, вот дети. Вот с чем бы ты отпустил меня? И Лаван 10 раз менял награду. Он говорит, хорошо, если ты сделаешь вот это, то будет у тебя то. Если ты сделаешь это, то я тебе дам то. Я тебе дам то. А потом, когда Иаков был готов уже уходить, Лаван все менял. Он был очень жадным человеком, и он не хотел ничего отдавать, по большому счету. И не сказано в Библии, что Иаков там после 5-го раза, когда поменял награду ему, он возмутился и просто сказал, все, я больше с тобой ничего общего не хочу иметь, дай мне моих жен, моих детей и все, и я пошел. Не сказано так. Иаков в смирении, в трудолюбии, с утра до вечера продолжал служить дальше, хотя тесть его постоянно менял награду, чтобы отпустить его. И мы читаем дальше, что после того, когда прошло 14 лет, Иаков, общаясь с Лаваном, заключил с ним сделку. Позже Иаков рассказал, что Господь ему во сне показал скот с крапинками. И вот когда они общались, разговаривали, значит, очередной раз о награде, которую должен был бы получить Иаков, то он сказал, Иаков сказал, дай мне скот, который в крапинку, пусть это будет моя, значит, награда. Себе возьми однотонный скот, или черный, или светлый, любой, какой ты видишь. И если ты придешь ко мне, и ты увидишь, что у меня есть какая-то овца или коза однотонная, знай, что я украл ее у тебя. Лаван посмотрел, окинул, значит, взглядом все свои стада и заметил всего несколько животных в крапинку. И сказал, хорошо, сделка состоялась, бьем по рукам. Все. Они разошлись на расстояние 3-дневного пути друг от друга. И Иаков каждый раз, когда скот приходил и зачинал, каждый раз брал прутья, надрезал и делал их так, что они были как будто бы в крапинку. И там, где зачинал скот, он клал эти прутья. И если скот был здоровым, сильным, крепким, он клал эти прутья. И я думаю, визуально просто, видя вот этот фон крапинки, он верой устремлялся к Богу и молился, чтобы животное, которое родится при зачатии, было в крапинку. И сказано так, что через несколько лет Иаков был очень благословен. У него были тысячи и тысячи и тысячи и тысячи и тысячи скота в крапинку, а у Лавана однотонных было все меньше и меньше и меньше. И поменялось лицо Лавана к Иакову. Так в Библии сказано, изменилось лицо его.
Но не договорились. Пришел тот день, когда Иаков ушел. Взял весь свой скот. Мы помним, что когда он убегал от брата своего, у него был всего-навсего один посох. И с этим посохом он перешел через поток. И вот теперь через 20 лет, потому что 6 лет он еще просто служил бескорыстно Лавану, через 20 лет он забирает весь свой скот в крапинку, у которого огромное количество своих жен и детей, и уходит. Лаван осознает, что они ушли, гонится за ним, догоняет его, и между ними состоялся диалог непростой, очень сложный. Здесь в Библии сказано, что Иаков рассердился на Лавана, и когда рассердился он на Лавана, он высказал ему. И вот что он сказал. Он сказал: «Смотри, какой грех я сделал тебе за все эти годы? Разве когда я пас твой скот, был ли случай, чтобы я принес тебе какую-то там, значит, больную овцу, растерзанную, и чтобы я сказал, что ты должен заплатить? Нет, ведь я сам платил, сам компенсировал, сам возмещал все это. Я томился днем от жара, ночью от стужи, сон мой убегал от глаз моих, и таковы мои были 20 лет, когда я служил в доме твоем». И далее он говорит фразу, 42 стих 31 главы Бытие, очень важная, очень и очень важная. Он говорит фразу такую: «Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня». Дорогие мои, очень важно увидеть эту мысль. И вдруг Иаков говорит: «Бог увидел». Что Бог увидел? Бог увидел труд рук моих. Бог увидел. Бог увидел усердие мое. Бог увидел, как много времени, сколько лет я бескорыстно просто трудился. Он увидел не намерения мои, не мысли мои о том, что я вот это сделал бы. Он увидел дело, труд рук моих и вступился за меня. Я хочу немного остановиться на этом, потому что в течение последней недели я размышлял о том, как собрать проповедь, все эти мысли и чувства, которые внутри меня. А мысли мои были о человеческом пороке, о нравственном пороке, о лени. И как-то однажды вечером на этой неделе мы общались дома с детьми, и кто-то из детей моих спросил: «Папа, о чем ты будешь проповедовать?» И я сказал: «О лени». Младшая говорит: «Об оленях? О каких оленях, пап?» Я говорю: «Нет, о человеческой лени и о трудолюбии». Знаете, мы очень хорошо посмеялись дружно, но на самом деле я выписал очень много текстов из Священного Писания, и все они из книги «Притч», которые говорят о лени. И я бы хотел очень быстро дать вам так, ну, обзор того, что говорит Писание по поводу лени. В Библии написано, притчи, 6 глава, 6 по 11 стихи. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Соломон говорит о том, что лень приводит человека к бедности. Лень ведет человека в ситуацию, которая равна нападению разбойника на него. Доводилось ли вам когда-нибудь быть в доме, где давным-давно никто не убирал, где такой слой пыли, где все раскидано, разбросано? И вы понимаете, что это просто образ жизни этого человека. Иногда, когда я бываю в таких, значит, домах или семьях, у меня есть мысль, что их никто просто, наверное, не учил.
Или они уже настолько привыкли к этому, что их глаза не видят то, что так не должно быть. Все вот так вот. Они проходят мимо, сделали себе тропинку прямо к кровати своей. У них есть еще одна тропиночка, там, значит, туалет, значит, холодильник, на кухню. Все остальное, все завалено, все заложено. Давным-давно никто ничего не чистил и не перебирал. Знаете, Библия говорит о том, что лень приведет человека к бедности, и она приведет его в состояние, как будто бы разбойники налетели, и вот он весь побитый, и все, значит, вот так вот все, значит, вверх дном там. Почему? Потому что человек неприлежный, нестарательный. 12 глава, 24 стих, я очень быстро буду читать. Написано так: «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет поданию». О чем идет речь? Речь идет о том, что человек, который ленится, он раньше или позже будет зависим от других людей. Прилежный человек, у него будет достаток, и ему будет хватать. Он будет знать, каким образом он может деньги заработать, как он может прожить. Ленивый будет зависеть от помощи другого человека. 13 глава, притч, 4 стих. Здесь написано: «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». То есть это состояние души человеческой, когда сильно хочется чего-то, но у него не получается. То есть он хочет, но не имеет. Он ленится даже достичь желаемого. Знаете, когда я рос в Украине, у нас, значит, рассказывали такую сказку. Не знаю, или сказка, или просто присказка. Может быть, это рассказывали только среди христиан. Потому что все обычные сказки, я как-то мимо них прошел, потому что христиане обычно воспитывали своих детей вне вот этой внешней как бы культуры. И я не помню, чтобы, значит, родители мне читали сказки в детстве, но я помню, что они читали Библию, и я помню много историй из Библии. Ну вот интересно, значит, рассказывали такую историю, что ленивец лежал на печи. И лежал дни, недели, месяца, и настолько исхудал, настолько истощился, что он практически уже был готов умереть. И он попросил тех соседей, которые пришли к нему, чтобы они его повезли, скорее всего, на кладбище, если я правильно помню. И вот они везут, и какие-то там люди плачут, и там какая-то церемония происходит вроде, а он все еще жив, но уже умирающий. И проезжали мимо дома состоятельного человека. Этот человек услышал, что там какая-то толпа идет, выглянул и узнал, что, оказывается, ленивец умирает от голода. Он говорит: «Слушайте, у меня есть 2 мешка сухарей, дайте ему, привезите ему или подайте ему». Они говорят: «2 мешка тебе дают сухарей». Ленивец поворачивается и говорит: «А они моченые, то есть замоченные или нет?» Ему говорят: «Да нет, вот 2 мешка». Он говорит: «Отдайте их обратно». Настолько ленивый, настолько трудно все. Он хочет, но лень превыше желания его. Итак, 15 глава книги «Притч». Здесь написано в 19 стихе: «Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий». Это означает, что ленивец что-то делает, а у него не получается. Делает — не получается. Нужно еще раз делать. Нужно, может быть, еще 5 раз попробовать. Может быть, 10 раз попробовать, 20 раз. Ему не хочется, он просто устал. Ему все это тяжко. Его путь, его дело, как терновый плетень, путь праведных гладкий. Читаем еще в 21 главе книги «Притч», 23-24 стихи. «Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать». Алчба, то есть это желание, сильное желание что-то иметь. И вот это желание убьет его. Не само желание, а отношение к этому желанию. Потому что есть желание, но руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, сильно хочет, а праведник дает и не жалеет.
контрасты какие. 22 глава, 13 стих. Ленивец говорит: лев на улице, посреди площади убьют меня. Удивительно, но насколько бывают изобретательные ленивцы. И они более всего изобретательны на то, чтобы оправдать, почему они не могут это сделать. И у них моментально появляется картинка, какие-то оправдания, какие-то мысли. И вот здесь, значит, сказано, что он говорит: лев на улице, посреди площади убьют меня. То есть они оправдывают свою лень тем, что там есть какая-то опасность. Я не могу, не я виновен, посмотрите, что происходит вокруг. Интересно, что если будем читать дальше, то увидим в 24 главе, в 30-м, в 34-х стихах написано так: «Проходило мимо человека ленивого, и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась, и посмотрела, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного, немного, чуть-чуть, ну я чуть-чуть отдохну, чуть-чуть, ну подождите, ну я так много работал, немного поспишь». Немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Даже не заметишь, как ты уже беден, и как будто бы какие-то бандиты налетели на жизнь твою, и все не так, и ты не имеешь то, что ты должен был бы иметь. Знаете, в притчах в 10 главе, в 26 стихе, есть еще один текст. Здесь сказано так, что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Я попытался понять, что это значит уксус для зубов. И обнаружил, что, видимо, в те годы, чтобы отбелить зубы, люди использовали уксус. Я думаю, пренеприятнейшее, наверное, явление или действие, когда зубы твои уксусом шкурят или чистят там. Значит, можно только представить себе, как чувствовал себя человек. Ну, дым для глаз, понятно. Жгем костер, и вдруг это дым прямо в глаза. И здесь сказано так, что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивец или ленивый для посылающих его. Это говорит о том, что у ленивого человека всегда будут проблемы с другими людьми. Всегда он будет иметь какие-то оправдания, и через короткое время его попросят, чтобы он нашел другую работу. И человек не сможет долго удержаться на хорошем месте, трудиться, потому что люди не хотят иметь дело с таким человеком из-за лени. Знаете, я обнаружил такую вещь. Вчера вечером открыл свой компьютер и забил слово «лень» в Google. И мне было интересно, кто что говорит о лени. И я выписал целый ряд высказываний. И когда я листал вот эти странички «кто что говорит о лени», я вдруг обнаружил такую интересную вещь. Я обнаружил, что там есть определение лени. Словарь Даля дает это так. Лень – это неохота работать, отвращение от труда, от занятий. Наклонность к праздности, к тунеядству. То есть, значит, человеку нужно это сделать, но он не хочет. Значит, другими словами, это когда что-то необходимо делать, но уж не хочется, сильно не хочется. Но после этого я обнаружил, что огромное количество высказываний есть в пользу лени. Это было для меня совершенно новым. Значит, откровением. И вот что я нашел. Кто-то сказал так: ну, надо еще понять, лень – это плохое явление или хорошее? Потому что лень – это двигатель прогресса. Значит, например, не хочется подниматься каждый день на 5-й этаж, вот и придумал человек лифт. Не хочется подниматься, переключать каналы телевизора, когда ты лежишь себе на диване. Вот и придумали люди пульт. Сейчас пульт будет таким, что просто хлопнешь в ладоши, чтобы даже не тянуть руку к пульту, и там еще какие-то усилия прилагать надо. Посмотрите, кто-то сказал так: лень – это замечательное качество, и не всегда под этим словом надо понимать негативное чувство.
Лень является лишь защитой организма от переутомления. Поэтому, чтобы не перегреться, защищайте свой организм, валяйтесь на кровати. Тогда, когда уже нужно идти куда-то что-то делать, просто ничего не делайте, просто расслабляйтесь. Кто-то сказал, лень – это протест против монотонной, однообразной и тяжелой работы. Иногда лень бывает оправданной. Например, лень трудоголика – долгие недели работавшего над сдачей проекта и попросту уставшего. Пусть позволит себе полениться. Кто-то очень так невинно, значит, пояснил, лень – это отсутствие мотивации. Знаете, я помню, как не раз, общаясь с мамами, я слышал такие слова, когда они говорят о детях своих. Некоторые говорят, он у меня хороший пастырь, он у меня просто золотой, он у меня просто умничка. Но, если честно, ну, ленится. Ну, он не бандит, он не то чтобы там какой-то плохой человек или там какой-то злой. У него очень хорошее сердце, он не глупый, нет, нет. Но ленится. Но знаешь, пастырь, когда он захочет, он сделает. Вот когда захочет, хоть на гору скочит. Вот если ты с ним поговоришь, он точно изменится. Он точно встанет утром, он точно пойдет, он точно все это сделает, и он будет другим человеком. Знаете, я могу поговорить, но у меня два вопроса. Первый из них к маме. Мама подает, что это не страшно, это так безобидно. Это, знаешь, пастырь, он умница, он и школу хорошо закончил, он и помогает, когда нужно, ну, правда, ленится. Сидит там за этим компьютером, там, мусор никак не могу добиться, чтобы вынес. Ой, пастырь, ну что сделаешь, такая молодежь сейчас у нас. И мамочка как будто заглаживает, как будто бы это так безобидно, и ничего страшного в этом деле нет. Ну, он же не такой там какой-то там, ну, там, преступник там еще. Ну, не, ну, просто ленится, и все. Мама даже не понимает, насколько вот это явление лени или качество характера может совершенно исказить судьбу ее сына, ее ребенка. Она не осознает, что это в действительности кричащая, катастрофическая ситуация, потому что когда юноша в 17, 18, 19 лет ленится, как вы думаете, что будет с ним, когда ему будет 30, 35, 40? Юноша, который в большей части своей вырос на русских народных сказках. Сегодня утром я спрашивал у Димы, он мне пару сказок рассказал. Одна из них про Емелю. Кто-нибудь помнит или нет в школе? Идея этой сказки такова, что Емеля лежит себе на печечке. Да, Дим, как там? Лежит на печке. И, короче, а там его старшие братья где-то там что-то делают. А потом однажды он пошел рыбу поймать. И поймал щуку. И щука сказала ему волшебное слово. По щучьему велению, по моему хотению. Прям я хочу, а щука велит. По щучьему велению, по моему хотению. И все, и он дальше продолжал лежать на печке. Зачем вставать с теплой печки? Знаете, одна из фраз, которую я вчера прочитал в, значит, интернете, это была такая фраза. Ленивец замерз на своей печке. То есть надо же подкидывать было. А он просто замерз. А Емеля, наш герой нашей сказки русской народной, он прямо на этой печке захотел обвенчаться с царицей или с кем там, да, с царицей. И по щучьему хотению или велению, по его хотению, эта печка стала двигаться чудом. И у него все так в жизни классно и хорошо. Пока мы ехали в церковь, мои сестры, которые ехали со мной, рассказали мне еще пару сказок. Не повторю, к сожалению, одну только смог запомнить. И я вдруг увидел и уточнил, так ли это или нет, что русские народные сказки содержат в себе идею того, что вот так вот ничего не делает человек, вот так вот живет, как может жить, но вот волшебным образом, чудодейственным образом вдруг везение, и вдруг вот раз, там щуку поймал, золотую рыбку дедушка поймал, там, и эта рыбка золотая его озолотила, там, и там что-то еще случилось, и вдруг это, вдруг, ты ничего не делаешь, и вдруг, и вот мы на этом выросли,
Или еще одна мысль, сказка про колобок, да? Значит, например, и там содержится идея хитрости, лукавства. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, и от тебя там волк уйду, и от тебя уйду. А лиса была хитрее. Слышите? А лиса взяла и съела колобка. Хитрость, коварство, лукавство. Мы вырастаем на этом. Нам уже 30, 40, 50. Оно в крови у нас. Поменьше работай, побольше получай. А что я должен делать? А что еще мне нужно делать? Скажи, что еще мне нужно делать? Ну, я же сделал это. И вот на этом фоне совершенно чуждым и инородным кажется фраза Иисуса. Тебя попросили пройти 1 километр. Иди еще один. Иди еще 1 километр. Как? Зачем я должен идти еще? Иисус, ты чего? Там что-то опечатка, наверное. Иисус, ты, наверное, не понял. Какой еще километр? Я вот дошел свой километр. Что еще должен? Кому я что еще должен, Иисус? Какой еще 1 километр я должен идти? Я уже все, на финише. Иди еще 1 километр. Сделай что-то сверхурочное. Сделай то, чего от тебя не ждут. Послужи там, где люди не ожидают. Знаете, как это часто я встречаю в христианстве, когда приезжаю где-то в другие места, и, к сожалению, не так часто в нашей церкви. Когда я прихожу в чей-то дом, а там нет таких морозов, там грязь, и обувь моя грязная. И пока я общаюсь с ними, 20-30 минут я выхожу, я обуваю свою обувь чистую и начищенную. Я даже не знаю, кто это сделал. Я только говорю, спасибо. Бог да благословит вас. Как часто в детстве я помню, когда мы ездили просто сделать милостыню и научены были таким образом, чтобы делать так, чтобы правая рука не знает то, что делает левая. Помните, там однажды Иисус в этой же проповеди, Он описывает людей, которые делают рекламу и пиар с того, что они делают милостыню. То есть, я пощусь сегодня, церковь, слышите? Я пощусь сегодня. Сегодня ваш пастор будет в посту, поэтому просьба особо не беспокоить меня. То есть я буду ходить так мрачно, что я все не поел. И я буду ходить так мрачно, поститься, и все знают. А потом я приду в воскресенье, и я скажу, я постился. У меня есть откровение. Догадайтесь, кто круче всех после этого всего. Вы сидите тут, вы слушаете, а я постился, у меня откровение, мне Бог говорит. Слышите, это то, что бывает в христианстве так часто. Иисус говорит, когда ты постишься, не делай рекламу с этого. Пусть никто даже не знает об этом. И тут же говорит, когда ты делаешь милостыню, делай ее так, чтобы никто не знал, что правая рука не знала, что делает левая. Я даже и не спрашиваю, когда я попадаю среди тех старого поколения верующих, кто из них помыл мою машину, кто из них послужил мне, кто собрал мне пакет огромнейший. Каждый раз, когда я бываю в Риге и уезжаю от своих друзей, они снаряжают меня всем на дорогу. Иногда я еду 3 дня, на 3 дня у меня будет продуктов. И они это сделают с такой любовью. И салфеточки, и вилочки одноразовые, и все, пастырь, ты в дорогу едешь в Сибирь, они благословят. Они делают это не для пастыря, они делают это для любого человека, потому что научены так. Друзья мои, если мы не возненавидим этот порок, который где-то в крови у нас. Знаете, недавно у меня живет один брат, и мы делаем ремонт вместе, и как-то я сейчас немножко веду этот ремонт, чтобы быстрее его как-то, значит, закончить. И в конце дня я обнаружил, что надо еще что-то купить там. И я говорю, пойдешь в рабочее время, недалеко здесь есть рынок центральный, купишь все, что надо, и сделаешь. На следующее утро, где-то в 8-10, я осознал, что я еще заеду после того, когда дочь в школу, значит, увез, что я еще заеду домой. И я набрал телефон, 8-15, может быть, думая, что если он еще дома, я его просто заберу в офис. И на другом конце ответ был следующий. Пастор, а я на рынке, я покупаю все, что нужно. Я уже ушел из дома давно. Я не знаю, во сколько он ушел из дома. Я знаю, он это сделал не для рекламы. Он не думал, что я позвоню, что я предложу ему, что я его довезу до офиса. Он просто встал там на час раньше и пошел для того, чтобы трудиться, чтобы сделать, чтобы быстрее офис закончить, чтобы просто усердно сделать это для Господа. И вот послушайте меня. Мы начали говорить здесь об Иакове. И я хочу сегодня показать одну интересную вещь.
Много раз в Библии мы читаем о том, что проклятие передается до третьего и четвертого поколения. Помните или нет? Кто помнит об этом? До третьего и четвертого. Но там же написано, благословение течет до тысячи родов. Давайте скажем, до тысячи родов. И мы как-то вот эту часть упускаем. Мы говорим, это, конечно, лень, это проклятие, это проклятие. Ну, если не хочется делать, если мы никогда не делали, ну что теперь? Ну, знаете, есть благословение, и это благословение раскрывается во Христе Иисусе. Оно приходит также и из поколения. Итак, Иаков. Иаков 20 лет работал просто бескорыстно. 7 лет за одну жену получилось, 7 лет еще за одну жену, и потом 6 лет для того, чтобы просто с чем-то уйти. И Бог благословил его невероятным образом. Он пришел бедным, и у Лавана было тоже очень мало. И чуть раньше там, значит, Лаван, значит, признает, он говорит, что когда ты пришел, Бог благословил меня. Что я могу сказать? Действительность. Теперь я богатый, у меня было очень-очень мало всего, теперь Бог через тебя благословил меня. Но вот через 20 лет он уходит. Лаван догоняет его. И догоняя его, он настолько разъяренный, он говорит, ты забрал моих детей, моих внуков, верни их обратно. Как ты смел? Ты меня обобрал, ты меня украл. Иаков начинает говорить. Что он говорит? Он говорит, я 20 лет проработал, и Бог увидел дело моих рук и благословил меня. Лаван замолчал. Слышите? Есть секрет второго километра. Есть секрет, когда ты просто трудишься бескорыстно. Люди не ждут от тебя этого. Никто не просил тебя это сделать. Не было никаких условий, оговоренных раньше, что ты это обязан сделать. Но твое сердце наполнено любовью и желанием послушать. Из-за любви ты начинаешь делать то, чего никто не ждет от тебя. И здесь кроется секрет успеха и благословения. Благословение второго километра. Когда он сказал об этом, Лаван замолчал. Они договорились, обнялись, расстались с миром. Мой вопрос. Откуда Иаков научился работать? Давайте посмотрим. В Библии сказано о том, что его мать называлась Ревека. А Ревека была молодой девушкой. И однажды она, так как все тогда молодые девушки шли за водой, спустилась вниз, чтобы почерпнуть воды. И в это время она увидела 10 верблюдов, увидела какого-то человека, который явно пришел откуда-то из дальней страны. И она уже почерпнула, выходила, и вдруг этот человек повернулся к ней и попросил, можно ли попить. Она говорит, да, пожалуйста. А история была такова, что когда пришло время Исааку, сыну Авраама, жениться, Авраам пригласил своего слугу Елиезера, и он сказал ему, поклянись мне, что ты не возьмешь какую-то другую девушку, только из нашего рода, из нашего благословенного рода. И поэтому пойди в то место, где есть люди, которых я знаю, и приведи оттуда девушку. Слуге сказал, невесту для сына моего. Елиезер точно знал, что есть определенный Божий план на его господине, на Аврааме. Он все сердце свое отдал, чтобы служить своему господину. Он любил его. Он чувствовал, что есть Божье провидение во всем этом путешествии. Он снарядили его 10 верблюдами, слуги, рабыни и много-много людей. Целый караван. И вот они пришли, приехали в какое-то место к колодцу. За это время, пока он ехал, он искал Бога, Господи, направь мои стопы. Где это? Как? У меня такое задание, мне нужно выбрать невесту для господина моего, для Исаака. Но я не знаю, много девушек, много девиц, как я могу знать, какова она? И он сказал три вещи.
Если выйдут девицы, Господи, первое знамение. Второе, если я попрошу у них, чтобы они остановились, и они остановятся, и кто-то даст мне попить. И третье, если она даст попить не только мне, но даст попить еще и верблюдам моим, то я буду знать, Боже, что это та девушка. И вот Ревека, молоденькая, и рядышком другие девушки, все несут кувшины с водой, причем колодец был снизу. Снизу идут вверх с кувшинами. Не так-то просто. Девушки молоденькие несут. И вот какой-то странный какой-то человек с дальней дороги, не мылся давно, весь в пыли. И такой какой-то озадаченный. И вдруг поворачивается и говорит, дайте попить. И Ревека первая. Это же надо спустить кувшин. Спускает кувшин, наклоняет его и говорит, пей, пей, пей. Он пьет, пока он пьет, молится, Господи, и на этом все, тогда не она. Она, значит, говорит, а вы откуда-то издалека? Издалека. Долго ехали? Долго. И верблюды ваши тоже пить хотят? Хотят. Я тогда, говорит, сейчас, пока вы пьете, я, говорит, сейчас поношу и напою верблюдов ваших. Послушайте, один верблюд за раз, чтобы напиться, выпивает до 120 литров воды. Только вдумайся, это 10 ведер наших, 10-литровых. Представь себе, девушку молоденькую, которая тащит два ведра снизу вверх, пошла снова снизу, значит, взяла следующие ведра, пошла снова вверх, вылила в пойло, вылила в пойло, вылила в пойло, вылила снова. Вылила снова, побежала. Это написано слово «побежала», не пошла лениво. И не сказала, да слушай, ну я же не могу, у тебя их 10 таких. Ты посмотри, я же девушка молоденькая. А он, сказано в Библии, смотрел с удивлением, открыв глаза. И не мог поверить, что ему Господь ответил. И ждал конца. Русский, значит, мужик Иванушка, да? Нет, это не Иванушка. Поэтому, когда она закончила, там в Библии четко сказано, когда она поила всех верблюдов, к этому времени, может быть, 3 часа прошло, может, 4, может, девушка сказала, странно, подвязалась. Кто просил ее, прошла бы мимо, дома бы отдыхала. Просто-напросто все. Теперь пашет какого-то дяденьку, верблюдов поет. И дома ждали воду. А кто-то сказал, да она там какой-то путник. Она просто остановилась, и вот пока не напоит верблюдов, не придет, скорее всего. Так и было. Только она не знала в тот момент, что Бог смотрел на нее. И Бог в этот момент избирал человека, кого Он хотел бы благословить и сделать матерью для многих людей. Чье имя Он позже поместит в Новом Завете и скажет, чтобы мы подражали вере и труду и отношениям, которые были у этой женщины. Она не знала, что когда Бог смотрит на землю, Он ищет человека, не того, который подумает еще, что-то сделать или не сделать, что попросили, то сделаю, а того, который будет делать сверх этого. И когда она закончила, Он достал украшения. Он достал золото, серебро. Он одарил ее всем. И через 10 дней она с огромным приданым уехала с ним и стала женой Исаака. Благословение второго километра. Поэтому Иаков, который был дома, видел это у мамы своей. Мама ему говорила, служи, работай, просто делай. Делай, что тебя не просят. Будь чутким, будь, значит, внимательным к людям, к нуждам. Увидь нужду и постарайся сделать это. И знаете, позже у Иакова тоже были дети. И мы читаем про Иосифа. Иосиф был благословенным ребенком. Он был таким красивым, воспитанным. Но так случилось, что братья продали его в рабство. И вот он уже раб в чужой стране, в Египте. Не знает ни культуры, ни языка. Но в Библии сказано, что господин его поставил его управителем над всем домом. Почему? Потому что
Он увидел в нем правильное отношение. Увидел, что он старался, что он был прилежным, что он трудился. Потому что отец его был таким. Отец научил его. И это благословение переходило из поколения в поколение. И позже, когда бросили его, обвинив несправедливо в тюрьму, и в тюрьме написано в 39 главе Бытие, что начальник темницы отдал все в руки Иосифа, отдал всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Это означает, что и начальник темницы в тюрьме увидел, что у этого человека совершенно другое отношение к труду. И он отдал ему всех узников, которые находились там. Дорогие мои, я верю в то, что благословение Авраамова мы получаем через Иисуса Христа. Я верю в то, что мы можем положить конец этому периоду, периоду нерадения, лени, такого пассивного отношения к жизни, к делу. И начать благословение в этой сфере, в нашей жизни. Благословение в нашей жизни и в жизни наших детей, наших внуков и будущего поколения. Посмотрите, в Библии очень ясно сказано, что благословение Авраамова открывается через Иисуса Христа. То есть не только элементы проклятия, и они, сказано, до третьего, четвертого рода идут, а благословение идет до тысячи родов, благословение Ревеки, благословение Иакова и Иосифа может прийти в нашу жизнь. Это новая страница, это отношение к труду, отношение трудолюбия, отношение прилежности и старания. Последний стих, который хочу прочесть, записан в Титу во 2 главе, в 11 стихе. Здесь сказано так. «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». И вот следующий стих. «Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечесть и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Слово «ревностный» означает активный, страстный, любящий Бога и служащий. Не пассивный. Не то, что тебе нет дела до этого. Пускай мимо тебя пройдет. Зачем тебе это нужно вообще? Сделай то, что просят у тебя, и все. Нет. Здесь сказано, ревностный к добрым делам, активный, любящий, трудящийся. Но интересно, что в 11 стихе есть ключ, каким образом мы можем получить эту ревность. И здесь сказано так. Явилась благодать Божия. Слышите, дорогие мои? Только через Божию благодать мы можем положить конец этому периоду, где мы просто унаследовали вот неправильное отношение к труду, лень. И только через Иисуса Христа, благодаря Его труду и благодати, мы можем, здесь значит, сказано, научающая нас, научиться, и здесь не без нашего участия. Потому что благодать Божия, она явилась, она дана нам. Но если мы не захотим и не возненавидим, и не будем стараться, и не будем побеждать каждый день, начиная с утра, когда встать не хочется вовремя, хочется еще немножко поваляться, когда хочется что-то сделать, то, что просто все, ничего больше не хочется, и все. То есть вот с таких мелочей состоит наша жизнь. И вот здесь сказано, что Бог дал нам благодать. Эта благодать явилась для нас, для всех тех, кто принял Иисуса Христа, есть возможность. Потому что сила Божия, она не просто вот, значит, сверху, значит, опустилась, она внутри нас будет подсказывать и вести нас по жизни, каждый день, в разных ситуациях. Знаете, есть
три момента, которые очень важны для того, чтобы понять, что именно заставляет человека идти второй километр. Что заставляет верующего человека делать то, что никто другой не делает. Почему это делает? Почему это трудится? Почему другой идет мимо и все? Три момента. Первый из них – это любовь к Богу. Я люблю моего Господа, и поэтому я делаю это для Него. Я делаю это от всего сердца. Я люблю Его, и поэтому я буду делать. Не все равно, что скажут люди обо мне. Все равно, кто что подумает. Я не делаю это перед людьми. И я делаю это только по одной причине, потому что я сильно люблю моего Господа. Помните, однажды Иисус говорит Петру: «Если любишь меня, паси овец моих». Это основание – любовь к Богу. Следующий момент – это осознание того, с чем я предстану пред Богом. Знаете, однажды, значит, в Библии сказано, что все мы умрем и предстанем перед Ним. Но что ты принесешь с собой? Или ты просто спасен? Я спасен. Аллилуйя, слава Богу. Так классно. Я вот спасся по милости Божией, в церкви был, помолился. Знаете, я около 30 лет тому назад получил спасение. Больше 30 лет тому назад. Но вот эти 30 лет, что я делаю? Будучи спасенным в теле Божьем, в церкви Божьей, тружусь для Господа от всего сердца моего, потому что люблю Его. И потому что хочу привести с собой еще тысячи людей на небо. Не просто прийти, но вместе с вами прийти, получить награду от Господа в виде Его славы, отдать Ему эту славу, всю славу Ему отдать. Но осознание того, что Бог оставил нас спасенных на земле, не ради того, чтобы мы просто-напросто вот каким-то образом все-таки спаслись. Вопрос закрыт. Если ты принял Иисуса Христа в свое сердце как Спасителя, ты уже спасен, у тебя уже есть вечная жизнь. Не работай на это. Мы уже спасены, мы уже имеем вечную жизнь. Но теперь, имея вечную жизнь, будучи спасенным, двигайся с Господом, и пусть Его благодать через тебя коснется еще многих людей. Делай, что ты можешь. Дело твоих рук Бог увидит. Не просто мечты. Дело твоих рук Бог благословит. И третий момент – это чуткость или послушание голосу Духа Святого. Вот они три момента, которые нас как бы приглашают или ведут нас дальше, чтобы мы не остановились, пройдя первый километр, чтобы мы шли еще второй километр. Делали то, чего никто не ожидает от нас. Это любовь к Богу. Это осознание того, с чем я приду к Нему. И послушание голосу Духа Святого. Дух Божий будет говорить многим из нас. Часто будет говорить. Обрати на это внимание. Обрати на это внимание. Посмотри на этого человека. Может, тебе следует остановиться. Может, есть что-то, что ты можешь сделать для него. Не беги. Подожди немножко. Божья благодать любит этого человека. Бог сделал так, что ты увидел его. Бог сделал так, чтобы ты был там. Прямо там, где ты есть. Чтобы ты был там. И чтобы ты не просто был там, ты такой верующий, спасенный. Чтобы ты был каналом милости и любви. Я хочу молиться вместе с вами. И я очень хотел бы, чтобы в этой молитве мы противостали вот этому наследству. Наследству лени, нерадения, пассивности. И получили благодать Божию, которую Господь дал когда-то, много лет назад, Ревеке, дал Иакову, дал Иосифу. И уже позже написано, что Бог даст успех в деле рук твоих, в деле рук твоих. Именно то, что делают твои руки, то где ты, там будет успех. Так сказано в Библии. Я очень хотел бы, чтобы мы вместе с вами сегодня противостали проклятию лени. Чтобы вот этот образ имели Иванушки, там хитрости какой-то, вдруг раз, каким-то образом мы все получили, ушел с нашей жизни. Чтобы мы увидели, что Бог наш, это Бог-труженик. В первой главе Бытие Бог перед нами предстоит как трудящийся,
6 дней работал. 6 дней трудился. 6 дней. 7-й день почил. Мы очень хорошо знаем, что для того, чтобы создать из ничего вселенную, такая энергия должна была выйти из Бога, чтобы Он сказал слово. Это слово просто создавало галактики. Только представьте себе, метеорит один пролетел, упал. Все в шоке от этого. А это какая-то миллиардная часть вселенной. То есть сколько энергии должно было выйти из Бога. Во второй главе Бытие Бог создает человека, помещает его в том мире, который он создал, и говорит ему: трудись, работай, возделывай, охраняй. И интеллектуально тоже трудись. Назови всех животных. Он мог ему просто дать имена всех животных. И все. Он сказал: нет, ты по образу моему создан. Я Бог работающий. Ты тоже будешь работать. Поэтому трудись. И потом третья глава — грехопадение. Все переворачивается. И человек ленится. Поменьше работать, побольше иметь. Пусть оно все придет. Пусть оно все придет. И потом приходит Иисус. И Павел говорит, что благодать сия, мы получили ее. Но благодать теперь не на автомате приходит. Она учит нас, как нам ревностно трудиться. Научающая нас. Здесь нужно наше желание. Нам нужно противостать вот этому состоянию нерадения, ленности. Захотеть трудиться, захотеть пересиливать себя. Это здесь, в сознании, лень прежде всего. Есть внешняя лень, а есть внутренняя. Настоящая лень – это когда тебе просто вот не хочется, и ты соглашаешься в голове здесь прежде всего. Пересиливать себя. Дух Святой нам в помощь. Святые мужи Божии, которые есть в Библии, которые в жизни нашей, нам в помощь. Церковь нам в помощь. Благодать Божия нам в помощь. Я хочу узнать, есть ли люди, которые хотели бы вместе со мной сейчас помолиться этой молитвой, противостоя наследству негативному, противостоя проклятию лени в нашем поколении. И принимая Божье благословение, принимая это решение: Господи, я хочу быть другим. Я хочу положить начало, новое начало, начало благословения. Кто-то уже положил. И делайте то, что вы делаете. Кто-то уже пересиливает себя, уже много лет пересиливает. Много лет пересиливает. И Бог благословит вас. И вы увидите вот то, что Бог сделает. Там, значит, сказано: Бог увидел дело рук моих. Дело рук моих. Дело ваше видит Бог. Есть ли люди, которые хотели бы помолиться вместе со мной? Поднимите ваши руки, пожалуйста. Аллилуйя. Аллилуйя. Я думаю, что почти весь зал, или может даже весь зал. Давайте тогда встанем. Я думал, что, может быть, пригласить вас вперед. Я думаю, мы просто в зале можем молиться. Я буду молиться. Пожалуйста, молитесь вместе со мной. Давайте поднимем наши руки. Я хочу вести вас в этой молитве. Повторяйте вместе со мной, пожалуйста. Отец Небесный. Давайте громко будем говорить. Отец Небесный, я прихожу к Тебе. Господи, я не хочу быть в проклятии. Я не хочу иметь проклятие лени. Я отказываюсь от этого. Во имя Иисуса Христа. Я знаю, что я унаследовал это. Потому что греховная природа во мне. Но сегодня я делаю заявление в духовном мире, что я отрекаюсь от лени. Во имя Иисуса Христа. Я не хочу лениться. Я приложу все старания, чтобы пересиливать себя. Делать то, что я не должен делать. Идти второй километр. Когда никто не ожидает от меня, я буду делать это. Я буду делать, потому что люблю Тебя. Потому что не хочу прийти на небо с пустыми руками. Потому что я буду послушен Твоему побуждению. Спасибо Тебе за благодать Твою, за то, что обетование продолжается до тысячи родов.
И это благословение я принимаю сейчас в моей жизни. Это благословение патриархов, трудящихся людей. Я принимаю в своем поколении. И я хочу, чтобы благословение потекло на моих детей, на мою семью, на моих внуков. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, Отец. Спасибо Тебе. Я принимаю это. И благодарю Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Дивный Господь. Церковь, спасибо, что вы есть. За каждого просто благодарю Господа. И знаешь, очень хорошо побыть дома. Хорошо посмотреть в глаза мамы, в глаза друзей. И знаете, где-то, я не знаю, я верю, что сам Бог меня удерживал 10 лет, и я не мог приехать в родной город. Я где-то вокруг да около был. И знаешь, первое, что я увидел вас. Я увидел своих друзей, я увидел своих одноклассников. И знаешь, что-то случилось за эти 10 лет. Большое, сильное. Я научился любить людей. И знаешь, я могу сказать, что действительно нет ничего ценнее, чем человек. И когда твое сердце удалено от родительского дома, от родного города. Знаете, я был в России, но почему-то я, когда приехал в Новосибирск, он родной. Да, бросается грязь в глаза. Да, бросается. Сегодня спасибо пастору за слово. Я не обижу вас после того, как скажу, что, знаете, лень бросается на каждом углу в глаза. И вот этот стиль, который есть в Европе, он называется хай-тек. Он и сюда пришел. Только изменены почему-то две буквы, и хай-так звучит. Куда ни глянешь, хай-так. Полицейские останавливают. Вроде переаттестацию пришли. Понимаю, что хай-так. Говорят, посмотри, как построили. Да, красиво построили. Но когда ты выходишь из подъезда, ты понимаешь, что-то недостроили. И знаешь, откуда начинается благословение? Положи сейчас руку на себя и скажи: с меня. Не думайте, что кто-то из правительства это все изменит. Благословением праведников возвышаются города. Поэтому да благословит вас Господь изменить свое отношение к своему дому. Помните, в Писании написано, мы не можем служить Господу, если не послужим своим ближним. Измените атмосферу в своем доме. Измените атмосферу в своем подъезде. Рядом с подъездом, по тропинке, куда-то, я не знаю, на работу. Это все от вас зависит. Больше ни от кого. И смените все-таки. Пусть лучше хай-тек будет, нежели чем хай-так. И еще одно, что хотелось бы вам сказать. Знаете, я разговаривал с многими из вас, и я не буду называть ваши имена, я просто знаю, что как-то это не должно быть так. Когда вы говорите, да мы уже помолились за них, да мы там уже их пригласили в церковь, да они не хотят, да. Я, знаете, когда-то проповедовал, и у меня были баптистские бабушки на служении, и они так вот украдкой записывали на MP3-плеер. Думаю, надо же, как вы научились пользоваться. И я проповедовал о ковчеге, о лодке спасения, в которой сегодня мы все находимся как церковь. И знаете, когда мы открещиваемся от людей, это похоже так, знаете, мы сидим на спасательной шлюпке, кругом нас тонут люди. И мы, а вас не спасти? Знаете, возьмите каждого за руку и просто скажите, давайте, вы попозже утонете, но можно вас чуть-чуть за руку подержать. Давайте проплывем несколько километров вместе. Пусть они поддержатся за этот ковчег спасения. И потом, глядишь, только останется, знаете, что сделать? Может быть, все-таки в лодку, может быть, все-таки в ковчег. И потянуть его чуть-чуть за руку. Знаете, самое драгоценное, что в этом городе есть, не Икея, как мне говорят, знаешь, у нас теперь Икея есть.
И люди привыкли уже какими-то рекламами говорить, есть Икея, есть идея, и все в таком духе. Но, знаете, вы больше, вы праведники, и вся ваша праведность, она в Господе. И когда вы подходите к своим близким, когда вы подходите к своим родным, дайте того Иисуса, который внутри вас. Просто дайте Его. Не так, ну, знаете, когда мне говорят, никому ничего здесь не надо, получается, вот как Павел говорит, посмотрите, кто круче. Мы спасены, и все, слава Богу. Нет, это не слава Богу, если ты так относишься к своим близким. Если ты перестал за них молиться, это не слава Богу. Если ты перестал им говорить слова из Библии. Знаете, сегодня еще как у нас со многими разговариваешь, и ты понимаешь некоторую непорядочность по отношению к тому, что сделал Бог в твоей жизни. Он явил тебе благодать. А мы же сегодня так вот берем где-то на своих близких, на своих родных. Любите их. Любите их. Нет ничего драгоценнее. Я приехал, встретился с одноклассниками, такие чудные все. И я, знаешь, у кого есть одноклассники? Чудно, так вы тут образованные, слава Богу. Позовите им, покажите Иисуса. Они не хотят слышать ничего страшного. Не боритесь. Знаете еще, что я самое большое увидел? Вот самое громадное в вашем городе. Набожность. Кому не сядешь в машину, иконка. Кому не сядешь. У меня, знаете, знакомый есть. Он подошел, говорит, я крещеный. Жена крещена. И он так, с такой, знаете, непонятной неловкостью, говорит, у меня даже любовница крещена. Мы все крещены. И знаете, я немножко себя почувствовал апостолом Павлом. Вот того, кого вы не знаете, чтите, я вам о нем сегодня расскажу. Так и вы сделайте. Знаете, используйте эту набожность для пробуждения. Это хорошо. Не надо их громить. Ты не так веришь, ты не так смотришь, ты не... Не надо. Знаешь, когда ты подходишь с таким подходом, они тоже хотят шашки наголо и на тебя пойти. Явите любовь. Им ничего больше не надо. Любовь. Заметьте, Иисус отвечал дьяволу, когда тот его искушал, как? Написано. Написано. И когда ты видишь набожного человека, и у него свои представления о Боге, тебе не надо ничего делать иного, как сказать, знаешь, а авторитет Библии для тебя что-то значит? Значит. Ну, вот там написано. И все, что тебе надо взять, открыть страничку, сказать, прочти. А что же мне делать с моим взглядом? Ну, это твое решение. Церковь, вы благословенны тем, что у вас есть такой чудный город, такой чудный пастор, такая чудная церковь. У вас все есть необходимое. И знаете, я сегодня читал с утра, мы сели за столом и прочитали место Писания, нивы побелели. Это про ваш город. Больше скажу, это про вашу страну. Я был в нескольких городах России. Я вижу эту набожность. Многие говорят, России там ничего не надо, все надо. Мы встречаемся с одноклассником, их надо. Тут у меня есть одноклассники, слава Богу. Им всем надо. Просто возьмите и дайте то, что вы имеете. Милость, благодать. А знаете, когда мы разговариваем с людьми и не являем милости, в Писании написано, суд без милости, не оказавшему милость. Поэтому, возлюбленные мои, я вас всех очень сильно люблю. Благодарен за каждого из вас. Только одного прошу. Знаете, действительно, город уже поспел. Пойдите. Прямо сегодня. Не ленитесь. С новою силою скажите об Иисусе. Все дороги твои неисследимы. Новый день нам приносит твой свет. Мы сильны, потому что едины. На крови Агнца построен завет. Ты дал нам пищу для души, для тела. Не вспоминая больше наших долгов. Всему вино уже жатва созрела.
хозяин жатвы посылает жнецов. Хозяин жатвы посылает жнецов. И ты в который раз нам даешь выбирать за закон, за благодать. И ты в который раз преподал нам урок, где закат, а где восход. И ты в который раз нам даешь выбирать за закон, за благодать. Положен завет, на крови Агнца положен завет. Ты дал нам пищу для души и для тела. Ты дал нам пищу для души и для тела. Не вспоминая больше наших долгов, не вспоминая больше наших долгов. По всему видно, уже жатва созрела. По всему видно, уже жатва созрела. Хозяин жатвы собирает жнецов. Хозяин жатвы посылает жнецов. И ты в который раз нам даешь выбирать за закон, за благодать. И ты в который раз преподал нам урок, где закат, а где восход. И ты в который раз нам даешь выбирать за закон, за благодать. И ты в который раз преподал нам. Потому что едины на крови Агнца положен завет.